В Хасавюртовском районе в целях профилактики недопущения распространения коронавирусной инфекции практически во всех населенных пунктах проводятся дезинфекционные мероприятия. Важным и необходимым мероприятием в борьбе с распространением опасной для здоровья и жизни человека инфекции в первую очередь в преддверии нового учебного года были обработаны территории школы, а также класс-кабинеты. В отличие от детских садов и иных дошкольных учреждений, школы, особенно новые, имеют гораздо большие по площади и количеству помещений классы, которые посещают гораздо больше учеников разного возраста. Были обработаны также спортивные залы, столовые, актовые залы, коридоры, лестницы, туалеты, медицинские кабинеты, библиотеки и прочие помещения, нуждающиеся в постоянной уборке и дезинфекции. Обработка мест с массовым накоплением людей позволяет эффективно свести на минимум возможность потенциального заражения детей, а в школах и учителей не только коронавирусом, но и другими опасными возбудителями инфекций. Предваряя в жизни рекомендации оперативного штаба Хасавюртовского района и в целях предотвращения формирования очагов заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в населенных пунктах будет продолжаться масштабные мероприятия по дезинфекции, направленные на обеззараживание территорий, общественных мест, остановок маршрутных такси, придворовых территорий, улиц и социальных объектов сел с применением спецтехники, особенно школ. Дезинфекция в школах является регулярным и важным мероприятием, служащим для поддержания благоприятной санитарной обстановки и обеспечения безопасности здоровья многочисленных учеников, учителей и персонала, находящихся в помещениях школы ежедневно с утра до вечера, говорит Вахид Касимов, заместитель главы администрации Хасавюртовского района.